Основные вопросы. Вопрос номер 16. Что такое фард или ваджиб? Ответ. Ваджиб и фард – это одно и то же. Ваджиб или фард – это те дела, которые обязательно. Если не совершат, то будет грех. Когда откровение говорит, что какая-то вещь является фард или ваджиб, то это будет фард или ваджиб. Откровение, когда объясняет, что какая-то дела, если не совершат, то будет грех, то это дела будет фард и ваджиб. رب العالمين говорит سورة أنزلناها وفرضناها سورة مي ونسبسلالي إمي بزالي وأنزلنا فيها آيات بينات إمي نسبسلالي بيتم ياسن знамени لعلكم تذكرون чтобы взяли урок чтобы вы поняли النور آيات номер один и другие стили тоже есть которые объясняют откровение стил какой бы ни был важно чтобы ясно было из баяна из разъяснения, что какой-то вещь является фард. Например, знание получает фард. Таблиг, то есть распространят, ислам является фард. Джамаа, то есть находиться с джамаа, это фард. Ихсан делать по отношению к родителям, это фард. Для того, чтобы укрепить дин, ислам, для этого получать мирские способы, мирское знание является фард. Салат фард, закат фард и так далее. Некоторые люди говорят, что всегда, когда в Коране или в хадисе Амр, то есть приказ приходит, это бывает фард или ваджиб. И это неправильно. Нет никакой довода на это. Истина такая, что когда откровение говорит, что то или иное вещь является ваджиб, и когда в откровении будет объяснение и разъяснение, что эта вещь является ваджиб, например, в салате сурату аль-фатиха ваджиб, то что в хадисе сказано, что без этого салат нет. Также, какой-то вещь является ваджиб или фард, это ясно становится из разъяснения откровения. Когда откровение ясно объяснит, что такой-то ибада без этих дел недействительно. Или же, если кто-то так не делает, то он будет грешником. Если кто-то так не делает, то он будет из числа непослушных, ослушающихся и так далее. В общем, фард и ваджиб это одно и то же. И это то, что оставляет. Это является грех. И метод, по которому мы можем узнать, что эта вещь является фард или ваджиб, это разъяснение откровения. Когда откровение разъяснит, тогда какой-то вещь является ваджиб и фард. Иначе нет. И те люди, которые говорят, что в любое время, когда амр приходит, приказ приходит, то это будет ваджиб. Это кауль является батил неправильно. Эта речь является неправильно. Слова являются неправильно. И это противоречит откровению. Барак Аллаху фикум. Пока на этом все.